Всем привет, друзья, с вами проект In Dubai, с вами Азат. Сегодня, как вы видите, мы находимся на пляже, на море. И, как вы можете догадаться, это видео будет посвящено погоде в Дубае. А именно я сегодня расскажу вам про погоду в Дубае в августе. Вообще, сегодня день такой необычный у нас получился, выдался. Во-первых, в чем необычность? То, что мы сегодня вот пришли на улицу, вышли на улицу, пришли на пляж. В 8 утра сейчас. Мы никогда так рано еще не ходили на пляж, никогда так рано еще не снимали видео. И вот, как вы видите, сегодня эксперимент. Еще что сегодня необычного? Очень необычно сегодня вообще погода какая-то необычная сегодня в Дубае. Прямо вот необычно кристальный прозрачный воздух. Вот вы можете видеть, давайте сейчас я попрошу Аню, она камеру повернет. Вот видите, там вдалеке Атлантис, его очень хорошо видно. Дальше вот там видно отели. Это пирс, с которого взлетают самолеты Skydive в Дубай. И вот дальше вы можете видеть, там вот корабли, люди плавают в море, и корабли вот там строят остров. Опять какой-то очередной насыпной остров будет в Дубае, опять какое-то чудо-сооружение построят. Дальше вот вы можете видеть, там вот трубы вдалеке торчат, это промзона Джебель-Али, там находится промышленное предприятие. Вообще обычно в Дубае в течение дня бывает такая дымка, она либо легкая такая, то есть немножко видно, что когда вдаль смотришь, какая-то там пелена, да, загораживает видимость, либо она бывает более такая сильная, то есть более худшая видимость. Но сегодня вообще вот я еще, честно говоря, еще ни разу такого не видел, такой вот прекрасной хорошей видимости. Вот первый раз я вижу, что прям вот так вот далеко можно было и четко все видеть. Вот еще чем сегодня день необычен. Посмотрите, вот море, оно вообще сегодня очень спокойное, очень такое тихое, то есть тоже первый раз я такое вижу за все время, пока мы здесь живем. Море действительно очень спокойное, очень тихое, волн практически нет. Это тоже меня удивляет и, с другой стороны, радует, что-то такое интересное, новое произошло. Еще что сегодня необычного? Да, сегодня весь такой день, сегодня вот много таких необычных вещей за раз прямо. Вот, посмотрите, отлив сегодня очень мощный пошел. Вот видите, прямо вот здесь раньше была вода. Идемте, я покажу. Вот, где я стою. Раньше был берег, ну вот, граница воды была здесь. И теперь смотрите, вот как далеко она ушла. Вот, смотрите, как далеко ушла вода. Видите, здесь уже вот, ну, метров на 30-40, наверное, она ушла. Вот так вот. То есть тоже так необычно все выглядит, непривычно, честно говоря. Еще чем необычен сегодняшний день, это то, что буквально вчера закончился месяц Рамадан, и теперь можно на улице ходить, кушать, пить, есть в общественных местах, то есть уже можно, и это меня радует, потому что в такую жару, вот во время месяца Рамадан было тяжеловато, например, когда ты куда-то передвигаешься по городу, и вот реально даже воду попить проблема. Поэтому теперь с сегодняшнего дня можно спокойно наслаждаться погодой, прекрасным солнцем, и тем не менее всегда можно утолить свою жажду, свой голод в течение дня. Тоже можно всегда в любом месте, везде. Ну теперь я расскажу непосредственно про погоду, какая сейчас она в августе в Дубае. Сейчас температура воздуха плюс 45, плюс 50 градусов. В принципе, по моим личным ощущениям, это самый жаркий месяц, наверное, в Дубае, пока вот я был, пока мы жили все это время здесь. Влажность довольно высокая, и реально вот ощущение температуры все-таки оно выше. То есть реально чувствуется, что как будто тут все 60 градусов, это вот 100% чувствуется так. Еще что интересно произошло в августе, буквально 2-3 дня назад была довольно пасмурная погода, было пасмурное небо, поднялся такой ветер был, и температура воздуха резко упала, то есть она вот была 45 и резко упала до 35 градусов, то есть это реально было такое ощущение, что похолодало в Дубае в августе. Вот, и еще в эти дни также немножко покапал дождь местами, временами. Ну вот такие вот природные нонсенсы случаются в Дубае, оказывается, иногда.
Вообще, кстати, друзья наши, кто живет уже не первый год в Дубае, которые живут давно, они говорят, что этот год, в принципе, самый такой прохладный по сравнению со всеми остальными годами. То есть, действительно, в этом году как-то более-менее прохладно и более-менее такая еще нормальная погода, более-менее такой легкий климат. А обычно в это время более тяжелый климат, более высокая влажность, более высокая температура. Вот, теперь давайте посмотрим с вами водичку. Как вы видите, я уже стою в воде, вот, уже замочил свои ноги. Тут течет ручеек из-за того, что отлив. Температура, кстати, воды, температура здесь довольно-таки приятная. Кстати, я ожидал, что она будет погорячее, пожарче. Давайте пройдем в море и посмотрим, какая температура там в самом море. В принципе, температура воды такая освежающая. Я смотрел в интернете, интернет показывает, что температура воды плюс 32 градуса. Ну, наверное, да, наверное, так оно и есть. Сейчас я зайду в море и посмотрим, что там творится в самом море. Так, ну вот мы зашли в водичку. Ну, в принципе, в море температура такая же. В принципе, да, что-то вода сегодня какая-то прохладненькая даже. Я помню, мы были на пляже 2 недели назад или 3 недели назад мы были до этого на пляже. По-моему, тогда вода была даже типа горячее, ну не знаю. Как бы, ну вот чисто субъективно, мне кажется, сейчас она похолоднее. Ну вот я вернулся из моря, только что искупался. Да, друзья, вода действительно она очень освежающая, такая прохладненькая. Честно говоря, я не помню, ну такая вода, наверное, была где-то в марте, наверное, в апреле, вот такая же вода. То есть удивительно, даже я не ожидал, что в августе такая может температура воды в море в Дубае. Ну, я даже не знаю, с чем это связано. Может, это связано с тем, что мы утром пришли, вот сейчас время уже, ну, как я говорил раньше, 8-9 часов утра. Или, может быть, это связано с тем, что вот недавно, пару дней назад, была пасмурная погода. Не знаю, может быть, поэтому связано. Но, оказывается, не всегда в Дубае кипяток в августе в море. Оказывается, бывает и прохладная водичка тоже. Ну вот так, как видите, друзья, скорее всего, уже в сентябре жара пойдет на спад в Дубае. Как вы видите, месяц Рамадан закончился. Как вы видите, можно себе теперь ни в чем не отказывать на улице и вообще нигде. Поэтому, друзья, самое время уже собирать чемоданы, покупать билеты, бронировать визы, бронировать отели и быстрее-быстрее приезжать в Дубай, наслаждаться отдыхом, отпуском. Кто хочет в отпуск, в отдых, а тем, кто хочет с более серьезными намерениями, например, там по бизнесу или найти работу, тоже, в принципе, уже можно собирать чемоданы, уже можно приезжать в Дубай. Друзья, ну вот на этом и все. С вами был Азат, специально для проекта In Dubai. В этом видео вы узнали, какая погода в августе в Дубае. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал In Dubai прямо вот здесь. Всем всего хорошего, до скорых встреч, всем пока-пока.